Так, мы с вами сегодня будем работать с сайтом торги.gov.ru. Сегодня я вам покажу, как искать дешевую роту. Заходим на сайт торги.gov.ru, далее нажимаем вкладку «Торги», и у вас высвечивается, да, то есть прямо текстом такое написание. Нас интересуют три вкладки. Это аренда безвозмездное пользование, далее продажа государственного и муниципального имущества, а также аренда продажи земельных участков. Переходим во вкладку «Аренда». Далее выбираем «В процессе подачи заявок». И далее выбираем местоположение имущества «Ваш регион». К примеру, я нахожусь в Томской области, я выбираю «Томская область». Нажимаем «Выбрать». Нажимаем «Поиск». И показываются все актуальные лоты в вашем регионе, которые есть на текущий момент. Далее, нас с вами будет интересовать вторая вкладка. Это продажа государственного и муниципального имущества. Также нажимаем в процессе подачи заявок. Выбираем местоположение. Кликаем по книжечке. Также выбираем, где вы находитесь, и нажимаем «Поиск». Мы видим, сколько у нас лотов в процессе подачи заявок. Далее выбираем «В процессе подачи заявок» и также «Местоположение». Выбираете регион, в котором вы находитесь, выбрать и нажимаем «Поиск». Для того, чтобы нам посмотреть содержимое лота, нам необходимо нажать на листочек с зеленой стрелочкой. Спускаемся немножко вниз. Здесь мы видим описание имущества. И также мы видим стоимость имущества. Если мы перейдем по вкладку «Документы», то в этом случае здесь мы сможем посмотреть, на каких условиях продается данное имущество.